Так, друзья, 8 вечера, наступило время вебинара 104-го. Людмила Александровна П. Кто вы? Не смог вычислить. Вы прислали 3000 рублей. Есть приписка за видеоуроки и вебинары. То ли это мы заработали лишний гонорар с Антоном Валерьевичем, то ли, может, обещали, но я обычно в таких случаях сумму называю неровную, чтобы не путаться. И вдруг круглая сумма. Я не в доумении. Но я что сделал? А как я распорядился вашими деньгами? Ну, с Антоном Валерьевичем его половину мы потом разберемся. Вот. У нас свой счет. А свою половину я добавил еще своих денег. И вот это вот одна из этих девочек одета, обута. Вот, впереди зима. Так что я в ответ вам посылаю вот этот подарок. Знаете почему? Чувствуется, похоже, бескорыстие, раз я ничего не знаю. Или Антон Валерьевич скажет, что он знает Людмилу Александровну П. Я не смог вычислить. Вот, но подарок в любом случае вы заслужили. Я из множества хакасских фотографий выбрал эту одинокую. Вот, чтобы сказать, нас так мало. Вот.